Всем привет! Как я уже как-то рассказывала, когда наступает Новый год, я обзавожусь новой частью личного дневника. И есть такая фичуля, что из предыдущего дневника я переписываю те афоризмы, которые накопились у меня на протяжении года. Но не все, потому что бывает, услышишь какую-то цитату, и она тебе безумно нравится, но проходит время, ты перечитываешь и понимаешь, что, во-первых, что-то похоже где-то уже мелькало, во-вторых, не такая уж она гениальная, какой вначале показалась. Поэтому новую часть переезжают не все афоризмы, а только некоторые из них. И так как я радостно этим переездом занималась в начале этого года, то у меня мелькнула мысль, почему бы с вами ими не поделиться. Там не бог весть что, и их не так уж и много, потому что года два или три подряд я вообще забивала на то, чтобы, ну, на это дело как-то мне понадоело, потом я снова возобновила. Вот. И, к сожалению, многие из этих цитат без... Не знаю, поняли ли вы по моим жестам, но они без подписи, чьи уста произнесли впервые эти слова. Поэтому, если вы знаете, напишите мне, я буду признательна. Собственно, это было все, как я и обещала, совсем немножко. Надеюсь, вам понравилось. Скоро мы с вами вновь увидимся. Пока-пока и до скорых книг.